Всем привет! Меня зовут Лариса Ильина, и давайте сегодня замиксуем технологии. Моя клиентка очень сильно выгрызает материал, поэтому я решила ее перевести с мягкой системы Make Up for Nails на технологию укрепления полиакриловым гелем ProGel. Я начинаю с того, что фрезой снимаю достаточно тщательно материал, отодвигаю пушером кутикулу и далее пилкой корректирую форму свободного края и дочищаю остатки материала и снимаю блеск с отросшей части ногтя. После этого я выполняю стандартный маникюр. В данном случае под эти ноготки отлично подходит классический аппаратный маникюр. Я тщательно вычищаю птериги. И фрезой шарик подготавливаю кутикулу. Наносим на ноготь грунтовочное покрытие Ультрабонд. Через 30 секунд после его просушки я наношу базу Vita Base. Полимеризую в лампе не менее 30 секунд и выполняю дополнительное армирование свободного края при помощи специального геля Help. Такая мера позволяет мне подольше сохранить ногтевую пластину, так как именно эта клиентка обкусывает и очень сильно ковыряет ногти. Окончательно моделирую ноготок я при помощи полиакрилового геля ProGel, мы используем оттенок Berry. Для того, чтобы гель не прилипал к кисти, я периодически ее смачиваю в обезжириватель. Сначала я моделирую гель возле кутикулы и уже потом поглаживающими движениями формирую зону свободного края. Излишки материала можно вывести со свободного края. Окончательное время просушки полиакрилового геля от 30 секунд до 1 минуты. После этого при помощи пилки можно закончить моделирование, поправить какие-то недостатки. И перейти к нанесению декоративного слоя. Я выполнила фон гель-лаком Non-Lac оттенок 2100 и выполняю прорисовку черной гель-краской. Чтобы линии получились тонкими, важна правильная кисть. В данном видео я использую кисть от Nano Professional из белочки K1KB1. Секрет тонких линий прост. Красочки надо брать совсем немного и не давить на кончик кисти. После того, как мы все прорисовали, я полимеризую рисунок не менее 30 секунд и перекрываю матирующим топом. Получаем вот такой волшебный результат. Как всегда, ваши плюсики мне скажут, что видео оказалось для вас полезным.